Симферопольские депутаты на внеочередной сессии утвердили состав комиссии. Конкурс пройдет уже через 2 недели. Члены крымского правительства Симферопольского горсовета проведут собеседование с кандидатурами на пост главы администрации Симферополя и примут важное решение. В состав комиссии вошел зампредседателя Совета министров республики Игорь Михайличенко. Документы на конкурс принимаются до 15 сентября. Пока нашелся только один желающий занять пост главы администрации – симферопольский предприниматель. Взяли документы всего один человек на подготовку документов и сдачу. Пока все идет по плану. Я думаю, что в ближайшее время после принятия решения о составе комиссии более активно будут люди подавать документы. Также на сессии депутаты проголосовали за изменения в городском бюджете. Его доходная и расходная часть увеличится более чем на 15 миллионов. На основании предложения инспекции Федеральной налоговой службы и Департамента развития муниципальной собственности предлагается внести изменения в объемы плановых показателей по налоговым и неналоговым доходам без изменения общего объема доходов. Сокращаются средства по единому налогу на 2,1 миллиона рублей, и на такой же объем средств увеличиваются показатели по государственной пошлине по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции. За ликвидацию симферопольского МУПа «Отважна» – это детский лагерь – проголосовали депутаты крымской столицы. У предприятия накопились долги. Лагерь не соответствует общероссийским стандартам и не получил лицензию. Администрация Симферополя приняла решение о закрытии лагеря, ведь финансировать объект – большие затраты для городского бюджета. Лагерь будет, если он будет выходить на реализацию на какой-то из проектов, то изменение целевого назначения не будет меняться. Будет оставаться, он и будет предлагаться для предпринимателей, для тех инвесторов в таком виде, как лагерь, чтобы после реконструкции оставалась функция детского оздоровительного лагеря. Дальнейшую судьбу детского учреждения депутаты крымской столицы будут решать совместно с исполнительным органом Симферопольского самоуправления. Мэри Бадунс, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.